комплекте помимо вот такого мешка есть еще два пластиковых. Так, посмотрим его в действии. Неплохо. Так, теперь посмотрим на него в деле с рейсницей. Теперь я наконец-то могу поставить заднюю крышку. Переходной хомут. Ну и, допустим, прогоню как раз липу. Включаем. Кстати, подскажите, как будет дешевле сделать общую магистраль? Типа, может, канализационная труба или что-то еще? Так, небольшой итог. Я проверил, все работает. Единственный момент, пока что этот шланг диаметром 100 мм у меня подходит только к рейсмусу. А все остальные инструменты, например, фуганок мой, он, в принципе, с внутренней турбиной нормально справляется, стружка выдувается. Но я также все равно хочу сделать какой-нибудь переходник, или, может быть, он был в комплекте, я, может, не заметил. Вот. И также поставить на циркулярку и ЧПУ, сделать кастомные адаптеры, скажем так. Станок DC1200M, мощный, самое главное мобильный, сейчас мне это очень даже будет нужно, но в любом случае в ближайшее время, когда я буду сносить эту стену и расширять мастерскую, мне нужно будет найти ему стационарное место. А также хочу сказать, что вот в этой модели, точнее в этой линейке, есть еще модель DC1200 CKT, в которой используется вместо вот этого мешка огромный бумажный фильтр. И он, соответственно, фильтрует все еще лучше. Но если быть еще точнее, то он фильтрует до 2 микрон. Это я к чему? Мне как раз-таки на такую модель не хватило денег, но вся фишка в том, что данный фильтр отлично подходит под модель 1200M. Так что, как только деньги появятся, можно будет его сюда поставить. И еще один момент. На сайте Jet Tools сейчас идет акция, и если вы совершаете покупку свыше 20 000 рублей, вы можете приобрести себе тиски для сверлильного станка с 50% скидкой. Я себе взял вот такие, они, кстати, больше подходят для фрезерного станка, но, тем не менее, не удержался, скажем так. Так что, если вы в ближайшее время планируете покупать себе станок, то обязательно заходите на сайт Jet Tools и успевайте урвать себе такие же тиски. Ну а на этом все, я буду тестировать дальше стружкоотсос. Увидимся в ближайшие дни. Будем обозревать ленточную пилу. Пока!